Эй! Эй! Есть там кто? Наверное, это и есть проход. Черт! Что это за символ? Что я делаю? О, Боже, это безумие. Сэмми. Им нужно идти по тропинке. Она поднимается в гору. Поняла? Да. У нас костер. Ищите дым. Уже идем. Лара, ты жива? Сэмми, слава богу. Сюрприз. Все нормально, он один из нас. Прошу прощения, если напугал. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот, он перевязал мне ногу. А, ну, хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Но, боюсь, для жизни на острове я мало пригоден. Дорогая, ты устала? Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне об императрице Солнца. Да, о Пимика. Расскажи еще. Мне интересно. Ну, хотите верьте, хотите нет, но пару тысяч лет назад императрица Пимика была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Пимика была красивой, загадочной, но властной и безжалостной. По легенде, она владела сверхъестественными силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В мифах всегда есть доля истины. Она командовала армией воинов-самураев, штормовыми стражами. В битве они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Говорят, что солнце всходило по приказу Пимика, и она правила всем, чего касались его лучи. От гор до... Черт!
ну-ка. Я скучал, птенчик. Хорошо, что вы здесь. Сэмми с вами? Она с тобой была? Она была здесь, с этим Матиасом. Но я отключилась, а проснулась, их уже нет. Девушкам нельзя гулять одним. Надо их найти. Стойте, а как же Рон? Так, ладно, мы разделимся. Кто-то пойдет с Ларой навстречу Роту, а остальные разойдутся и поищут Сэмми. Я с ней. Нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Идите к Роту. Мы найдем Сэмми и этого Матиаса. Ты как, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут. Ну вот, посиди здесь. Я на разведку. Ладно. Неплохо. Предупредить о волках, доктор. Садиста, иди сюда! Великолепно. Я видела такие. Да? Похоже, ритуальные. Эта женская фигура особенно интересна. Кажется, это сделали недавно. И, несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Вместе. Черт! Нет, так не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Может, тут что-нибудь найдется? Невероятно. Еще один храм. Кому они поклоняются?
Этого хватит. Попробуем. Давайте, доктор. Ты готова? Та женская фигура на воротах. С учетом возраста символов, это может быть императрица Солнца. Пимика? Уж не Сэмми ли вещает вашими устами, доктор? Пимика обладала властью. По легенде, сверхъестественной властью над стихиями. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Ничем нельзя пренебрегать. Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит узнать о нашем мире еще очень многое. Вы говорите, как мой отец. Из всего этого выйдет отличный сюжет, Лара. Если только мы сможем выжить. Кто знает, что мы еще найдем? Невероятно! Это Пимико! Смотрите, котел, свечи. Неужели ей до сих пор поклоняются? Этот остров когда-то был частью Яматая. Ты была права, Лара. Затерянная империя. Это как найти Атлантиду. Но это реальность, доктор Уитман. Перед нами не легенда. Перед нами золотая жила! Эй, идем, там ваши раненые. Да, и, возможно, ими. Стоять! Нельзя верить! У вас же оружие! Я не хочу неприятностей. Нет. Мы пойдем. Нет. Но я требую отвести нас к вашему главному. Что вы делаете? Спокойно. Нет. Я разберусь. Нет! Нет! Не надо! Пусти! Не спорь, не спорь с ними, Лара! Делай, что они говорят! Дай мне пистолет! Иди! Пошла! Кто вы такие? Что вам нужно? Тихо! Лара! Начну послухать, мочи их! Не трогайте их! Тихо! Не надо! Я сказал, а ты ведь... Хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Не трогай, не смей! Лара, беги! Нет, нет! Окружите, окружи! Только попробуй рыпнуться. Мочите их! Эй, приведите пленницу! Уже иду! Если эти не захотят сидеть тихо, вали все! Кто там? Ее сестра убежала! Ищи ее! Там! Вон еще! О, боже! Остальных!
Вперед! Придется почти всех перебить. Плохо. Нам сейчас не хватает людей. Эй, девчонка пропала! Ищите ее! Ладно. Выходи, выходи. Кто видит? Ничего. Нет. Здесь чисто. Поднимаемся выше в гору. Остальных убить. Что, думаешь, прячешься, кукла? Решила со мной поиграть. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех всегда нахожу. Ты тоже бойкая сучка. А ты, сука, шалава, убью тебя! Убью! Все в порядке?
Лара, ты на связи? Да. Я вижу дым из развалин. Ты в порядке? Боже, Рот, это кошмар. Тут убивают. Что? Кто? Люди. Не знаю зачем. Нескольких я сама убила. У меня не было выбора. Это всегда нелегко. Пугает, что как раз было легко. Предупреди остальных, Рот. Не думай сейчас об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо. Ночной кошмар прекращается, когда просыпаешься. Но от этого острова нельзя избавиться, как от дурного сна. Это все реально. Я действительно нахожусь здесь и делаю все эти вещи. Нет, не думай об этом, Лара. Не сейчас. Это не поможет. Мне неизвестна судьба остального экипажа. Надеюсь, они в порядке. Надеюсь, они в порядке. Я не знаю, что здесь происходит, но сейчас важно только одно. Рот должен найти способ вернуть нас домой.